Оренбург так легко играючи побеждает Копенгаген, участника Лиги чемпионов, 13-кратный чемпион Дании. Внушает оптимизм сегодняшняя игра, не только по счету, но и по содержанию. Ну, конечно, да, как бы приятно такую команду обыграть. Они скоро стартуют в квалификации Лиги чемпионов. Отличная команда, такой европейский футбол, даже больше английский. Все очень быстро у них, то есть видно, очень сыгранная команда. Но мы сыграли свой футбол, как бы забили удачно два мяча и еще могли пенальти забить. Очень довольны их сегодняшней игрой. Какие-то специфичные задания от тренера, которые вы могли бы нам рассказать, да, но эту игру с учетом соперника, с учетом того, что это четвертый уже матч контрольный на сборах, и мы уже были? Ну так мы и посмотрели их, как бы, как они играют, очень как бы видно было, что сильная команда, какие-то их особенности видели. Ну, все стандарты, как перед игрой чемпионата, так и перед контрольной игрой у нас. По своим ощущениям, что лучше всего сегодня у Оренбурга получалось? Со стороны видно было, что достаточно быстро команда из обороны выходит, компактно играет. Как это было на поле? Ну, вы правильно очень заметили, мы старались компактно играть сзади, то есть они держали мяч, а мы это все, то есть как бы ждали их ошибки и быстро выбегали вперед. Это уже второй сбор, который, в принципе, почти уже заканчивается, да, осталось 5 дней. А если оценить работу, которая проделана была и на первом, и на втором, да, какие акценты в содержании? Ну, я думаю, секрета никакого нет, то, что в первый сбор больше был на физическую подготовку, то есть мы играли и на фоне усталости игры, как бы. А сейчас больше идет такой у нас обычный режим уже, типа как, ну, не как в сезоне прям, но вчера, например, одна тренировка была, то есть перед этой игрой не две. Вчера одна тренировка была, нам Добня рассказал, что потому что сегодня матч, то есть поэтому, да? Да. Усталость уже, физической нагрузки, она же отступает, вы чувствуете, что ноги уже легче, голова думает легче? Да, я по себе однозначно чувствую то, что и ноги, и голова, как вы сказали, относительно первого сбора гораздо сейчас все лучше. Они сейчас работают вместе в связке, а не как на первом сборе, когда они были по раздельности. Что еще нужно сделать Оренбургу в оставшееся время? Чего, в общем-то, от вас тренерский штаб ждет? Так, не так много времени осталось здесь вам переводить. Ну, до конца, то есть отдаваться полностью тренировочному процессу, полностью приходить в себя, в форму, еще сыграться нам до конца и подойти в оптимальном состоянии к игре с Ростовом. Все, спасибо, удачи.